Новосибирцев попросили не пугаться звуков выстрелов. ФСБ предупредила жителей области об антитеррористических учениях. Мероприятия пройдут сегодня и завтра на территории Новосибирского и Машковского района в дневное и ночное время. Участники учений отработают взаимодействие при предотвращении чрезвычайной ситуации на военных объектах. Движение граждан и транспорта ограничивать не будут. Тем не менее, оперативный штаб просит людей выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и не нарушать общественный порядок.